В преддверии Дня Победы Нальчикская мэрия обновила таблички на домах, где живут ветераны Великой Отечественной. Всего их 193. Списки участников войны уточнялись совместно с городским советом ветеранов. Валентин Габидашвили на фронт пошел добровольцем, когда ему едва исполнилось 16. Вспоминает, пришлось не один месяц обивать пороги военкомата, пока получил разрешение. Сперва артиллерийское училище, оттуда отправили на границу с Ираном, спустя месяц в Грузию. В составе артиллерии защищал Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский края. Говорит, бои шли не на жизнь, а на смерть. Ну, наши корзины. На разведку пошли. Ну и там схватка была. А потом немцы засели какой-то дом. И бьют, а мы ничего не можем сделать. У нас винтовки. Через одного граната. 42-й год кровью взяли. За оборону Кавказа Валентин Габидашвили награжден одноименной медалью.